Интересно, и как же завтра, 1 ноября, я буду делать заключительный грибной тур, когда все в снегу? 1 ноября дарит нам вот таких вот красавчиков, польских грибочков. Сосновый бор, бело-зеленый мох, Калужская область. И посмотрите, я уже десяток таких нашел. Не все показываю, но посмотрите, прямо среди этих листьев дубово-березовых попадается тройной польский. Смотрите, это все бочоночки. Уже 1000 раз была минусовая температура, а сегодня похолодало, и уже дальше будет, по прогнозу, судя по всему, будет только уже холоднее и холоднее. То есть 2-3 градуса днем, ночью плюс 1, 0 местами. Посмотрите, какие красавчики польские, а? Представляете? 1 ноября 2022 год. Холодно, но грибы есть, и это здорово. Так, ну, я жду, срывайте. Не можете найти? Тройной. Тройной, вот. Покажите. О, красота какая. Да не то слово. Сейчас. Смотрите, какой. Обалдеть. Ну как вам? Вот это супер. Вот это супер. Так, Лариса, что у тебя тут? У меня вот маленький. Ты один здесь пока? Да, вот это. А, печенюшки. Ну-ка, давай, срывай. Печенюшки мы любим. Вот какой, такой. Длинноногие печенюшки. Угу. И вот этот. Отлично. О. Отлично. Ну, значит, 5 с поляны. О, класс. Угу. Показывай, Даш. Отличный бочоночек. Польский боровик прям. О, вот это вообще прям сортовые какие-то. О. Семейные. Да, спецзаказ. Смотрите-ка. О, вот это вот четверня. Дорожные. Четенькие. Вот и я нахожу такой. Так-то я много находил. Но в основном все отдаю. И сейчас я немножко вот здесь один. Могу показать, какой грибочек я нашел. Смотрите, какой полечок. Толстячок. Классненький же. Грибная дорожка, друзья. Нашел поляночку такую. Даша нашла поляну, наверное, штук 15-20. Ну, у меня полянка скромнее. Это и хорошо, на грибном туре должно больше людям вести, чем мне. Я уже свое и так насобирал. И вот такой вот первый полечок, толстячок. Чтобы не наступить, стараюсь смотреть, куда наступаю. То есть не смотрю, где гриб, а куда именно вот наступаю, чтобы как минимум не раздавить. Вот второй. Чуть-чуть мы двигаемся сюда. Вон впереди. Я, да, вижу. Я стараюсь просто, если что, не наступить на что-то еще. Потому что под дубовыми листочками они встречаются. Посмотрите, какие великолепные. 3. Двигаемся дальше. А дальше там Клондайк тоже. Я сейчас обойду. Можешь вот сюда чуть ближе, да, показать, иначе видно не будет. Сейчас Лариса меня пока снимает на видео. 4. Посмотрите, какие польские. Просто как белые грибы. Шоколадные, как польские боровики. Вот я их такие не хочу. Да, их не зря вот называют польскими боровиками. Смотрите, какие шикардосные. Вот это польские боровики. Это вот сорт, ну, высший пилотаж. Шикардосненькие. Вот, вот вам и 1 уже ноября, какой я даже сбиваюсь. Ноябрьские уже грибы, считай. Это просто фантастика. Вот такие свежаки. Продолжаем. Все пришли посмотреть на это чудо, которое нашла Лариса. Она говорила, сегодня, ну сегодня мой шанс придет. О, какая нога. Это просто чудеса, да и только. Посмотрите, какого царского белого она нашла. По-моему, вообще самый красивый в этом году у тебя. Смотри. Плотный он такой. Да, да. Ноябрьский, блин. И самый красивый. Чего только не бывает, а. Посмотри, какой. Главное, до губки не касайся пальцами. Он тогда вообще в идеале до дома донесется. Идеальный. Чудо. Давай, Даш, срывай. Раз. Сегодня полечки даже лучше белых грибов. Мы сегодня белые даже не показывали, хотя мы нашли белые грибы.
штук 7. Вот. Смотри, как. Два брата. Два брата акробата. О, здесь вот рядышком еще один. Да. Хорошо, блестят. На солнышке, да, да, да. Вот после дождя сейчас преимущество у нас появилось. И вот пока они блестят, надо их косить косой. А вот огромные. Офигеть. Эти издалека видно. Смотри. О, ну сейчас он заблестел, его сразу видно. О. Ёлы-палы, а там сзади красивые? Ну, ух, знаю. Ты, дай-ка мне, я посмотрю. Куда мы его? Смотри. Вот, смотри. Офигеть. Дерево подпирает. Да, давай, срывай его. Значит, какие-то монстрелы. Еще. Давай, я как пока этот подержу, а то тогда ты уже не сорвешь. Где-то здесь еще, говоришь, сейчас посмотрим. Я пока вот здесь не вижу, а вот этот вижу, да. Вот, три. Длинноногие. Да, два, три. Еще. Ну вот это я сюда же положу. Десяток точно есть. Да, так еще это еще не все. Собрала, да. Ну да, это же еще не все. Их называют сёлики в Литве. Сёлики? Да, на Куршской косе называют их сёлики. Я бы их назвал весёлики. Mm-hmm. Они повышают настроение к 1 ноября. Класс. Ну вы только посмотрите. Еще один белый. Та-дам. Теперь Даша нашла. Это вообще, ты посмотри, как. Блин, я представляю, что ты сейчас думаешь. Молодец. Почему он не мой, да? Вообще классно. Вот это да, эталон. Это молодняк. Чудеса, да и только. Друзья, и мы переехали на мои супер места по рыжикам. Ну давайте, срывайте рыжик. Молодцы, шикарный гриб нашли. Ну-ка, смотрите, рыжулька. Надоело белые косить косой и польские. Решили теперь вот таких накосить. Смотрите, друзья, это фантастика. Зонтик ноябрьский. Смотрите, идеальный. И там еще рядышком. Где рыжики? Где они? Ничего себе! Раз, а второй рядом. Офонарить! Смотрите, еще! А это тоже лунки от рыжиков? Нет. Три. Обалдеть! Это какие-то бесстыжики. Срывай этих тоже. Вот это да. Вот это попали. Семейство. Зонтичком. Класс. Представляете? Еще. Три рыжика сразу. Раз. Два. Здесь этих мышат немерено, всяких гиграфоров. Но мышат вообще особенно. Конечно, мы такое не собираем. Ой, и четвертый. Пятый, но маленький. Ну, совсем маленький оставим, да, он ни туда, ни сюда. Может, кому-то посчастливиться. Глядишь, у нас тур будет в декабре, они еще выживут. Ага. Вот это находочка. Сосенки решают. Шикарная погода. Кто-то уже в машине. Но девчонки сегодня самые неубиваемые. Сезон. Да. И посмотрите, вот такой вот итог. Я даже какие-то грибы не снимал, потому что они находили, кричали, и я находил. Мы были далеко. И приходилось, в общем, снимать, либо когда они близко находят что-то, либо когда я к ним подходил уже, если ничего не нашел. Посмотрите, результат. Вы можете себе представить, что в Калужской области собрать такой результат? 1 ноября 2022 года. Это же фантастический итог. Белые грибы, рыжики, маслята, польские грибы.
Зонтики. Даже зонтик он попался. Это просто немыслимо. 5 видов грибов собрано в это время. Я сегодня собрал чисто вот так маленькую корзиночку, чтобы замариновать баночку. Поиск их все больше. У меня и так много грибов. Это вот собрала Лариса. Смотрите, какие грибы. Зонтик я ей подарил. Ну, что-то дал, конечно, но в основном она собрала. Ну и вот Даша собрала. Смотрите, какой результат. Фантастика. Здоровая корзина. И у меня маленькая, конечно. Ну что, довольны итогом? Да, мы всегда довольны. Нам всегда всё с тобой классно. Везет. Вообще супер. Мне кажется, результат лучше, чем в июле и в августе по грибам. Есть чем перезимовать. Красота. Да. Еда, едой обеспеченная. Да. Друзья, надеюсь, вам все понравилось. Если так оно и есть, жду вас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите канал. Пишите комментарии, с удовольствием на все ваши комментарии отвечу. А за красивыми фотографиями вы, как всегда, можете заходить ко мне в Инстаграм. Я все публикую туда. Ссылка на мой Инстаграм, как всегда, в первом закрепленном комментарии под видео. Ну, а мы же с вами прощаемся. До новых встреч. Здоровья вам всех, благ, удачи во всем. И пока-пока!